Приветствую вас, друзья! В этом видео мы с вами узнаем, кто выиграл две Шкоды Т-56 и один любой прем-танк на выбор 8 уровня из прем-магазина. Но вначале по традиции покажу трех победителей по 500 золота из Ютуба и трех победителей по 500 золота из ВК-видео. Некоторые люди в ВК-видео решили схитрить и написали комментарии короткие, практически один ник. 500 золота, конечно, не жалко такому комментарию выдать, пускай. Может, человеку в жизни эти 500 золота очень сильно пригодятся. Но прем-танк такой комментарий бы не выиграл никогда в жизни. И еще был один человек, который тоже выиграл 500 золота, но это фейковая страница, пустая, там просто нет ничего. Если бы прем-танк выпал на такую страничку, то никогда в жизни бы я не выдал прем-танк такой страницы. Зачем мне награждать пустую, вообще неактивную страницу? Весь смысл розыгрыша в том, чтобы вы сделали репост, ваши друзья увидели этот розыгрыш, пришли, тоже в нем поучаствовали и хоть какое-то количество людей подписалось на канал. Подарков не так уж много, а участников очень много, поэтому шанс выиграть небольшой. Если вы не выиграли, не расстраивайтесь, ничего страшного. Помимо прем-танков, я каждый месяц также раздаю еще 60 тысяч золота. Итак, первую Шкоду Т-56. На стриме в воскресенье в 12 часов МСК, как я и говорил, на моем канале ВК PlayLife я разыграл среди активных зрителей, которые были в тот момент на стриме. Танк выиграл игрок с ником Aspirins20. Танчик он получит, когда я отправлю победителей, и разработчики после этого через какое-то время выдадут вам ваши награды. Суть примерно такая же, как и в розыгрыше золота. Первого обладателя Шкоды Т-56 я поздравляю. Спасибо, что заглянул на стрим, был активным живым зрителям. Итак, следующая Шкода Т-56 разыгрывалась под видео, в котором нужно было написать комментарий, подписаться, поставить лайк, сделать репост. Кстати, видео набрало 200 с чем-то репостов, при этом комментариев было 100 с чем-то. Кто-то там увлекся и зарепостил походу за всех. Обрепостился дальше некуда. Вторую Шкоду Т-56 выиграл Мистер Икс, ник на Ютубе, а ник в игре Мистер Буритос. Поздравляю второго обладателя Шкоды Т-56. Ну и переходим к третьему победителю прем-танка в группе ВКонтакте под видео или в ВК-видео под видео. Нужно было писать комментарии, ставить лайк, тоже делать репост. Репостов было немного, около 40, комментариев было чуть побольше. Но в любом случае победил только тот человек, который и лайк поставил, и комментарии сделал, и репостнул, и подписан. В общем, все, что можно было прожать, все прожал. Любой танк на выбор, премиумный из прем-магазина, выиграл Сергей. Там уж сильно в подробности никнейма вдаваться не буду. Ник в игре у него Сергей и немного сокращенная его фамилия. Не суть. Я ему написал, он мне ответит, какой прем-танк он хочет. Я ему его подарю, он подарком его получит. В принципе, все. Две Шкоды Т-56 я отправлю разработчикам письмо, и они вам через какое-то время их начислят. В принципе, все. Вот такой вот розыгрыш, абсолютно случайным, рандомным способом, среди тех, кто выполнил все условия, было разыграно 3 прем-танка. Надеюсь, остальные не обидятся и никак не расстроятся. Это просто у меня была возможность эти танки раздать. Я их раздал. Я понимаю, что победителей очень мало на фоне того, сколько было участников. Но вы тоже должны понимать, либо я делаю розыгрыш с таким количеством призов, либо не делаю вообще никакой. Либо у нас 3 человека хотя бы порадуются, что они выиграли что-то. Вот я, допустим, никогда ничего не выиграл, там вот у Лесты что-то 500 золота раз в жизни выиграл, и все. И то для этого еще пришлось за деньги стиль этот купить. Такой себе выигрыш получается. То есть, по сути, ну, я понимаю, что и вы, и я, в основном почти все, редко когда-то что-то выигрывали. Но вы представьте тех людей, которые выиграли хотя бы раз в жизни хоть что-то. Может, хоть какая-то радость у них будет. Поэтому не нужно расстраиваться. Какая у меня возможность была, я такую и сделал. Я не миллионер, не миллиардер, чтобы каждому в танки выдавать. Разработчики дали мне пару танков, я вам их и отдал. Я же не себе их зажмотил. Не за деньги, просто случайным образом раздал. Даже вот в группе ВКонтакте за свои деньги вам один танк разыграл. Ну и к слову, это последние деньги на Юмане, которые у меня были, поэтому прям впритык отдаю последнее, лишь бы хоть кого-то лишний раз порадовать в этой игре. Поэтому, если вы обиделись после розыгрыша, что не выиграли, ну, зря. Представьте меня, мне пришлось пройти лес чудес, пройти эту кучу заданий, не все из них приятные, чтобы получить возможность не себе, а вам раздать танки. Вас много,
Я придумал вот этот весь розыгрыш, случайным образом вам раздал танки. Я вот только трачу свое время, силы, энергию, еще и решил увеличить призовой фонд, еще и от себя прим-танк решил купить. Как еще сильнее вам угодить, я не знаю. Ну и очень было приятно читать кучу комментариев, на ютубе особенно. Их было намного больше, чем в ВК. И там комментарии были очень приятные. Хвалили меня направо и налево. Прям захвалили. Жаль, что такие приятные комментарии не повышали шанс на победу. Но мне было очень приятно почитать их. Всем спасибо большое, что участвовали в розыгрыше. Надеюсь, хотя бы эти три человека, которые выиграли в розыгрыше, кайфанут от того, что им халява такая прилетела. Ну а кому не везет, можете на ВК Play Live просто смотреть стримы, фармить баллы канала и за них выбирать себе золото в награду. Там уже никакого везения не надо, просто смотришь, получаешь золото, все. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня, увидимся, пока.